Как вы оцениваете перспективы авиакомпании American Airlines, Spirit, United Airlines, Delta Airlines? Какие из них более устойчивые на покупке какой акции? Большая вероятность получить 100% в долгосроке. Опять, видимо, вопрос от спекулянта. Да, я, в принципе, ответил уже на этот вопрос. Ребят, да, низко стоит. Опять, мы не понимаем, как быстро решится ситуация с коронавирусом, как быстро откроют границы, да, то есть потому что международные перелеты более маржинальны, чем внутренние перелеты для авиакомпаний. Мы не понимаем, будет ли вторая, третья волна этого коронавируса, будут ли еще раз закрывать. И поэтому получается, что цены, да, вкусные, цены шоколадные, но получать какие-то дивиденды в ближайшее время от этих компаний, рассчитывать я бы на это не стал. Да, то есть падение дивидендной доходности, соответственно, лизинговые платежи, их может быть отсрочат, но никто не отменит. Есть необходимость, соответственно, хранить, обслуживать, да, то есть, наверное, это будут последние истории, которые будут восстанавливаться, да, то есть, посмотрите на того же Баффета, он все-таки от Дельты избавился. Поэтому на авиакомпании, ну, лично я пока в настоящее время не смотрю, я считаю, что есть хорошие, более интересные альтернативы, у которых, наверное, проблем меньше, да, в настоящий момент.